Это у нас центр Сочи, друзья. Сейчас хотел бы, знаете, на какую тему с вами поговорить, высказать тоже свое мнение по поводу недавней, так сказать, трагедии. Это у нас в Сочи сгорел дом в районе центрального Сочи, Лысой горы, да? Вы знаете, много сейчас пытаются на этом, так сказать, хайпануть, да, то есть показывают всякие обзоры и так далее, но да, действительно, люди пострадали, люди лишились своего жилья, якобы там застройщик сказал, что все это восстановит, но тем не менее, как бы, понимаете, нагнетается такая жуть немножко, да, и мне начинают уже люди писать там, ага, вот мансардные этажи сейчас запретят, а вот как там в других жилых комплексах, а там же тоже вот мансарда. Но, знаете, вот по факту, я вам скажу, практически все жилые комплексы, которые я показываю, практически все, у всех есть бетонные перекрытия. Надо больше переживать за двухуровневые квартиры, которые имеют деревянные перекрытия, вот, а также мансардные этажи. Ну, что я могу сказать? Если есть какая-то опаска, переживайте, действительно проще, наверное, застраховать свое жилье и не переживать, тем более многие покупают квартиру для отдыха, не всегда там могут находиться, кто-то сдает свое жилье. Это вот единственный, как бы, сигнал для того, чтобы люди немножко перестраховались, потому что ситуация бывает разная. Но насколько я слышал информацию о том, что там в этом доме проводились работы по установке натяжных потолков. Мы все знаем, что такое натяжные потолки, их нагревают газовой горелкой. Ну, естественно, я так думаю, что, скорее всего, либо перегрели, либо было короткое замыкание, и деревянные эти перекрытия, ну, где-то вспыхнули. Остановить этот пожар, конечно же, сложнее на деревянных перекрытиях. Если у вас где-то возникнет вот эта вот ситуация с пожаром, да, в квартире, где бетонные перекрытия, такого, конечно же, не случится. Ну, выгорит что-то там, и потушить всегда успеете. Это не деревянные вот эти действительно мансарды, где вспыхнуло и перекинулся огонь на другую квартиру, ветер дунул, соседний дом загорелся. В общем, друзья, не переживайте, все в жизни бывает, на этом особо не стоит делать такое великое открытие, что вот Сочи, это все от того, что это ЖП, там кто-то не принимал пожарные инспекции и так далее, понимаете, но... Я вам так скажу, вот сходите в панельку в какую-нибудь старую, да, бабушкин дом, так назвать, да, и посмотрите, там нормально все с пожарными гидрантами и так далее. Там тоже этого половины нет, либо это уже давно не работает. Поэтому сложно говорить о тех постройках, которые сейчас строят в Сочи, что прям вот все это именно из-за того, что это ЖП и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, это... так сказать, глупо на этом делать хайп, и возможно, это делают люди для того, чтобы поднять рейтинг своего канала, привлечь к каналу внимание, но я так особо на этом не ставлю большое внимание, меня просто спросили, я высказал свое мнение. В общем, так вот, друзья, присмотритесь к тому, что вы покупаете с деревянными перекрытиями, и лучше всего застраховать свое имущество и спать спокойно. Все, всем пока.